Не часто можно увидеть, как в игре сочетаются стратегические элементы шахмат и повествование, построенное вокруг семи смертных грехов. Однако предоставь развивать ее еду тебе, чтобы это произошло в их JRPG Monarch. Погрузившись в таинственное царство потустороннего мира, ты должен разгадать тайну тумана, феномена, внезапно постигшего Академию Шин Микадо. Это мрачная обстановка для примечательного приключения. В Монархе ты играешь за безымянного главного героя, страдающего амнезией. Как только начнется игра, тебя встретят в первом боевом столкновении, которое ты, к сожалению, проиграешь, несмотря ни на что. Затем ты пройдешь тест на 15 вопросов, ответы на которые увеличат каждый из твоих 7 грехов в разных пропорциях. Начало начинается в медленном темпе, особенно во время первой главы, когда ты проходишь учебные пособия и изучаешь базовую механику. Тем не менее, я оценил это методичное внедрение, поскольку есть несколько уникальных систем, которые нужно понять дальше. Представлено множество актеров, которые рассказывают о твоей нынешней миссии. Ты помещен на карту с ограниченным диапазоном передвижения за ход во время боя, но у тебя есть свободное направленное движение внутри указанного диапазона. Такие действия, как навыки, можно использовать, но требуют незначительной жертвы HP, в то время как налоговое предложение усиливает. Есть также опция отсрочки, которая дает персонажу дополнительный ход, передавая эстафету. Конечно, если ты будешь делать слишком много, ты рискуешь, что персонаж сойдет с ума. Описание для каждого навыка или самоочевидны с подробными символами, помогающими вам разобраться с последствиями каждого действия. Единственная проблема, которая у меня была с боевой системой, заключалась в том, как работало движение. Иногда я обнаруживал, что враги собирались слишком тесно, и было невозможно прицелиться в них даже в пределах досягаемости. Несколько опасностей могут вызвать статусные эффекты, обнаруженные на поле боя. Я бы не сказал, что мне понравился тот, который вызывает чары, так как зачарованный персонаж нападает на товарищей по команде, с чем может быть трудно справиться, если это повлияет на вашего дилера ДПС. И хотя есть предметы, которые ты можешь использовать, чтобы вылечить это все равно потраченный впустую ход. Безумие — это еще одна характеристика, которая заставляет тебя терять контроль над персонажем, и если три поворота пройдут мимо, они автоматически убиваются. Способ Монарха повышать уровень действительно уникален. Ты не получаешь ни капли опыта от боя. Вместо этого в конце боя ты получишь духовную валюту, используемую для разблокировки новых навыков или улучшения существующих в зависимости от твоего класса. Потратив духи на дерево навыков, ты не только откроешь желаемый навык, но и повысишь свой уровень, а это значит, что ты можешь выделить того, кто, по твоему мнению, должен быть сильнее остальных. Я вложил все свои ресурсы в главного героя, потому что если он умрет, игра закончится. Поэтому я почувствовал необходимость сделать из него электростанцию. Однако, по мере твоего продвижения, рекомендуется уделять особое внимание легионам, которые являются духами, похожими на манекены, которые могут сопровождать тебя в бою. Они могут использовать различные ценные навыки, и это хорошо, потому что некоторые персонажи покидают вашу вечеринку после окончания главы. Это просто означало, что я был больше заинтересован в повышении уровня постоянных членов партии. По подземельям разбросаны заметки, которые нужно прочитать, если ты хочешь прогрессировать. От подсказок по комбинации шкафчиков до даже компьютеров, защищенных паролем, тебе придется внимательно читать. Однако, мне понравилась гибкость начальных глав, и после Dungeon of Pride игра позволила мне выбрать подземелье, которое я считаю подходящим для продолжения. Если ты будешь стоять рядом с Венитасом, плюшевым кроликом, который сопровождает тебя в твоем путешествии, ты можешь воспользоваться телефоном, который используется для набора номеров, которые ты найдешь в заметках. Ничто не мешает тебе набирать случайные номера, но, пожалуйста, не делай этого, если только ты не хочешь сражаться с врагами 90 уровня на ранних стадиях игры. Как только ты наберешь номер подземелья, ты не сможешь вернуться в главное меню, чтобы подготовиться, и твой единственный выбор — либо принять свою судьбу, либо сбросить игру. Как бы то ни было, не все в Монархии идет гладко. Во-первых, ты, скорее всего, столкнешься с трудностями без какого-либо предварительного предупреждение, что делает шлифовку почти необходимой, если ты хочешь прогрессировать. Даже если ты снизишь сложность, используя случайный режим, это на самом деле не принесет никакой пользы. Это почти похоже на то, что случайный режим — это предполагаемая нормальная сложность. Я узнал об этом после того, как моя партия была уничтожена, хотя я был на 3 уровня выше врага. Кроме того, некоторые головоломки подземелий расплывчаты в отношении того, что тебе нужно делать. Например, в одном из подземелий игра заставляет вас возвращаться к предыдущим местам, которые вы посетили, без какого-либо намека или указания на то, что или куда вы должны идти. Это не было проблемой в первых нескольких подземельях, но чем дальше я продвигался, тем больше меня раздражало это отсутствие ясности, которое привело к тому, что я обратился к руководству. Монарх меняет дизайн JRPG средней школы, предлагая уникальный игровой процесс и боевые системы для поклонников жанра. Повествование усиливает этот опыт благодаря запоминающемуся актерскому составу и множеству тайн, которые нужно раскрыть. Резкий рост сложности вредит опыту, так как баланс расплывчатых головоломок и столкновений замедляет ходьбу до ползания. Но ветераны жанра могли бы наслаждаться искусством шлифовки и не слишком обращать на это внимание. Шумный пиксель дает Монарха и 8 из 10. Спасибо за просмотр и, пожалуйста, ознакомьтесь с полным обзором в NoisyPixel.net. NoisyPixel управляется группой геймеров, которые упорно трудятся, чтобы предоставлять новости, обзоры, предварительные просмотры и многое другое. Пожалуйста, подпишись, чтобы быть в курсе всего нашего будущего контента.
Noisy Pixel.